Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. Я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про слесарное дело. Сегодняшняя тема — зенкование, зенкерование и развертывание. Тема, по сути, очень такая обширная и сложная, поэтому с первого раза многое что будет неясно. Но если вкратце, то это, по сути, можно сравнить со сверлением. По большому счету это не одно и то же, но это, скажем так, образное сравнение в, ну, или в фигуральном смысле. Итак, поподробнее же. Что такое зенкование? Зенкование называют операцию, связанную с обработкой предварительной просверливаемых штампованных литых металлов с целью придания их более правильной геометрической формы, более высокой по сравнению со сверлением точности и более низкой шероховатостью. Зенкование делают на настольных станках либо на стационарном сверлильном станке, оборудованным зенкером. В отличие от сверла, зенкер имеет большое число кромок, что обеспечивает получение поверхности с более высокой точностью и шероховатостью. И вот, собственно, как он выглядит. По сути, так же, как и сверло, действует и выполняет задачу, но на данном изображении мы видим то, что он не вот прям насквозь просверливает металл, а делает, скажем так, ямку под шляпку. Следующее — это зенкерование. Это не одно и то же, прошу обратить на это внимание, то есть на слова и как они правильно пишутся. Что такое зенкерование? Это обработка на вершинах цилиндрических или конических углублений головок. И вот, собственно, как выглядят данные инструменты. Обратите внимание, то, что они не похожи друг на друга. Вот это зенкеры и предыдущие. Далее, цикование – это операция по зачистке торцевых поверхностей при обработке бобышек под стопорным кольцом. В отличие от зенкеров, они имеют режущие зубья на торцевых и направленных цапф, которые обеспечивают нужное направление зенковок и циковок. То есть, по сути, вот какую они работу выполняют. Следующее — это развертывание. Это операция по обработке ранее просверливаемых отверстий с высокой степенью точности и малой шероховатостью. Обработка развертывания после предварительного сверления и зенкерования развертывания, которые подразделяются на черные, ручные и машины, осуществляются, как правило, вручную, так и на станках. Развертки изготавливают из конического и цилиндрических. В отличие от сверла и зенкера, имеют более большое количество режущих кромок. Развертки для ручного развертывания на конце цилиндрического хвостовика имеют квадратную часть, на которую устанавливают вороток. Обрабатываемые отверстия. И вот, собственно, как он выглядит. Ну, из основной информации все.
Хотелось бы сказать то, что данная информация не только сложная, да, даже есть некоторые слова, их не так просто выговаривать. Но при этом все это технические и очень важные слова. Как правило, данная тема, то есть зенкование, зенкерование, цекование, развертывание и тому подобное встречается уже на таких серьезных производствах. Но тем не менее, это тоже очень важная тема. Ну, ее образно можно сравнить, она чем-то напоминает предыдущую тему сверлением. Ссылки, соответственно, будут в описании под видео. Ну а на этом все. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальцы вверх, писать комментарии, если есть какие-то вопросы или предложения. Также не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И также добавляйтесь в различные соцсети. Я буду этому очень рад. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.